Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить постный десерт. Он будет очень полезным, вкусным, сытным. Самое сложное, что нужно сделать, это мелко потолочь орешки. Сейчас мы это сделаем. Все! Да. На одну порцию хватит? Хватит, да. Нужно растереть авокадо. Сейчас. Еще одна тарелка у нас есть. А лимона сколько надо? Вообще-то нам цедра лимона нужна. А почему дала две вилки? Чтобы быстрее получилось. Дальше мы смешиваем все орехи, которые вообще можно придумать. То есть мы сейчас взяли миндаль, а также семечки подсолнечника, потому что они очень богаты витамином Е. Кунжутные семечки. Все это мы смешиваем в любых пропорциях. Кокосовую стружку. Будем добавлять сливки. Что интересно, что ее нужно очень небольшое количество совершенно. Солечки сюда можно добавить. Соль? Да. Теперь мы это все вместе смешиваем. Я вообще очень часто использую авокадо вместо масла. Поэтому во время поста это очень хороший заменитель, альтернатива сливочного масла. Так. Да, теперь мы это все сюда. Сейчас мы добавим сюда авокадо. Ах, я забыла, у нас еще есть тыквенные семечки. Обязательно. Здесь большое содержание цинка, поэтому это очень важно. Теперь мы формируем, что хотите. Хотите шарики, хотите в виде квадратики. Какая любая форма, какая понравится. Значит, делаем яйца, да? Да. Это обваливаем кокосовой стружки, чтобы это получилось действительно похоже на яйцо. И выкладываем на тарелочку. Вот, товарищи, после яйца Дина Кристен, ТВ Джем, Серж, чао, спасибо. Приятного аппетита.